Всем здравствуйте! Вы на канале Элина Франс и начинаем новый день в семье Дюмонов. Я готовлю легкий салатик, потому что у нас жарища и в обед сильно тяжелого ничего не хочется совершенно есть. Мы часто едим суп гаспачо, холодный суп, или я делаю любые салатики. Не помню, рассказывала вам этот рецепт салата или нет. Это очень простой салат. Я беру листья салата, выкладываю на тарелку, а перед этим я смешиваю вареное, ну, на двух человек, два вареных яичка, затем пол большого авокадо, можно, если маленькое, целое, где-то маленькую апельсинку режу на мелкие части, можно очистить от кожицы, я не заморачиваюсь, прям так режу, немножечко корня имбиря, но это факультативно, и различные травки у меня сегодня будет укроп. И в этот же салатик можно добавить кукурузу. У меня не было кукурузы. Я люблю покупать кукурузу, делать на пару, потом туда кукурузу эту чистить и добавлять. Можно, конечно, кто использует консервы, промыть консервы, добавить кукурузу из консервов. И можно также добавить крабовые палочки. Мы покупаем иногда вот такие крабовые палочки. Это без глютена. Минус 25% соли, они не такие уж и полезные, но, знаете, иногда можно. Сейчас я вам состав покажу. В принципе, это самая лучшая марка по крабовым палочкам во Франции. И что здесь у нас входит? Вот я вам показываю, что сюда входит. Маис и все такое. 38% шер де пуассон, 38% пуассон. Ну, конечно, многие люди против крабовых палочек. Мы покупаем иногда редко. У меня Владислав любит. И вот летние салатики. Сейчас я порежу туда крабовые палочки. И заправлять можно сметаной, смешивать с майонезом. Мы дома майонез не употребляем. Я делаю сама свой веганский майонез. И вот сейчас я, скорее всего, буду делать майонез из сои. Я иногда беру соевый йогурт, смешиваю с соусом винегрет, которым готов, и все это заправляю. И будет у нас такой легкий, полезный салатик. Всем приятного аппетита! Хотела вам показать, как я сервирую наш салатик. Я вот беру листья. Это у нас сюкрин называется салат, который я вам показывала. Разделяю его в виде цветочка и в середину наш салатик. Потом можно этот салат вилочкой на листья выкладывать и кушать. Или можно просто из тарелки. А это я сделала сладкий перец и помидоры. Суп гаспачо холодный. Я уже вам показывала рецепт. И у мужа то же самое. Так что мы сейчас пообедаем, и он пойдет на работу. А он рассматривает свои цветы. Алло? Алло? А, бабушка нам, свекровь, дала новые цветочки. Comment ça s'appelle? Griffe de sorcière. Comme sorcière. А, griffe de sorcière, это... Ага, длинные ногти. Сорсьер — это бабы-яги. Вот. Так цветы называются. Они такие живучие, я их показывала уже у моей свекрови. И вот мы их только высадили день назад, они уже, они приживаются как сорняк. И уже сразу же зацвели. C'est intéressant parce que c'est une plante que tu coupes comme ça et tu la plantes dans la terre, 2-3 jours après ça pousse. Она говорит, это такое интересное растение, которое нужно срезать 1-2 дня сразу же в землю, ничего не прорастая, и она сразу же цветет. Потом она разрастется, будет очень красиво. Ну ладно, мы обедать. Всем приятного аппетита. Забыла показать, что я делаю на десерт. Теперь, так как наступило лето, я очень часто делаю свое мороженое. И что у меня здесь? Это очень просто. Я сейчас открою, покажу. Я просто-напросто заморозила бананы и абрикосы. Добавила я туда, у меня была Экорс д'оранжи, это корочка апельсина, моя пудра, которую я делаю сама апельсиновую. Вот я вам уже ее показывала, вот эту пудру, помните? И добавлю чуть-чуть, чтобы хорошенечко перемешать. У меня рисовое молоко с киноа, можно добавлять любое
молоко, можно добавить йогурт, потом уже зависит от вашего вкуса. Основа – это замороженные бананы, замороженные ягоды, замороженные фрукты. Я люблю иногда, когда делаю шоколадное мороженое, добавлять какао. Также люблю добавлять во фруктовое кардамон, корицу на ваш вкус. Сейчас все перемешаю и будем вкусненько кушать. Посмотрите, какая консистенция получается. Настоящее мороженое. Если хотите, чтобы остались маленькие кусочки, то не перемешивайте слишком долго. Будет с кусочками. Если хотите однородную массу, то перемешайте. Это очень легко. Всем советую попробовать. У нас такая жарища в Провансе, что мы дождались вечера, чтобы пройтись с мужем пешком немного по нашим холмам. Так что мы идем на прогулку. Муж вынулся с работы. Ку-ку! Ку-ку. Да. Сова. Он спрашивает, как у вас дела? Сова? Очень хорошо. О, разговаривает по-русски. Очень хорошо. Но у нас тоже все хорошо. Так что мы пойдем гулять. Гулять, гулять, гулять. Жарко. Жарко? Вот. Угу. Что еще знаешь по-русски? Нам только и кимо? А, больше слова. Ну ладно, уж не буду тебя мучить. Подожди меня, я спортсмен. Нашли какое-то растение, которое очень похоже на розмарин, но не розмарин, он пахнет лимоном. Не знаю, что это такое. И мы вот сейчас пытаемся его взять корешки, чтобы посадить. Муж уже вон с корешками. Тиариве? Давай. Мы уже тут нарвали. Сейчас я еще последний выкопаю и пойдем сажать. Все, я сейчас умру. Я так люблю абрикосы. Посмотрите, какая красота. Мы с вами ходили под этим деревом все время. Я вам показывала, когда были цветы, когда были первые. И вот уже настоящие абрикосы. А рвать их нельзя. Но я же не удержалась и своровала один абрикос. Муж, конечно, на меня ругается. Но они же были на луа публике, то есть на дороге. А когда ветка выходит на дорогу, значит, мы имеем право рвать. Вот. Так что я немножечко воровка. Ну и ладно, буду есть. У нас очень жарко, поэтому сегодня на обед очень простое блюдо. Я беру котлеты из биомагазина, из различных злаков, которые я вам уже показывала, различные виды. И просто делаю нарезку, поджариваю одно яичко, а рядышком различные овощи. Получается блюдо полное и очень вкусное. Так что очень советую. И очень быстро. В жару вообще невозможно готовить. Поэтому у кого тоже жарко, то можно запросто делать такое блюдо. Котлетки злаковые можно заменить на какие-нибудь. Можно делать дома самим. Если есть отваренная гречка или рис, просто скомпоновать с яйцом и поджарить в печке. Сделать заранее, заморозить. Все как угодно. Так что всем приятного аппетита. Всем доброе утро. Я встала пораньше, чтобы пойти пройтись, пока прохладно, потому что потом совершенно невозможно будет. У нас 35-36 градусов. Как раз зайду в магазин за салатиком. Хотела вас спросить. Вчера мне сказали одну информацию, и может быть кто-то знает, а может быть уже пользуется этой информацией. У меня муж старшей сестры вычитал, что мы когда покупаем зубную пасту, то обязательно нужно смотреть, вот смотрите, я покажу вам, вот на эту полосочку, которая находится снизу зубной пасты, вот где паста целе, то есть склеенная, есть полосочки. Я никогда на эти полосочки не обращала внимания. Есть полосочки черные, красные, оранжевые, зеленые,
И белые. Вот у меня, посмотрите, черная полосочка, у Влада оранжевая полосочка. И оказывается, он прочитал, что вот эти все полосочки зависят от веществ, которые в зубной пасте. Я, конечно, знаю, что в зубной пасте очень много плохих веществ, которые, в принципе, не нужно покупать. Но если хотите себя предостеречь, нужно покупать зубную пасту с зеленой полосочкой. В крайнем случае с оранжевой или с красной, или лучше всего с белой. Вот именно все органические пасты, они с белой полосочкой. А вот я вам покажу зубную пасту, которую купил мой муж. Она с черной полосочкой. И значит, что там для организма всего-то и много, чего не надо. Так что, кто знает такую информацию, поделитесь с нами в комментариях. Будем вам очень обязаны. А я буду с вами делиться обо всем, что я слышу. Ну ладно, все, я побежала. Оля-ля, на улице вообще жарище невозможное. Ну, посмотрите, у всех абрикосы уже. Я вам уже показывала. Я не знала, что здесь только абрикосов у каждого. Цветы везде. Но жарко просто невозможно. Даже ветерка нету. Я думаю, 40 градусов. Срочно нужно купить что-то на голову. Или напечет мне. Вот, мне задали вопрос, как я планирую меню. Планирую или я на неделю или нет. Я сейчас отвечу, что меню как таковое я не планирую. Как бы у меня есть список продуктов на неделю. Ну, как не планирую? Наверное, обманываю. Скорее всего, планирую, но мне не четкое меню. Я основываюсь на белках. Покупаю белки, какие нужно на неделю. То есть курицу, мясо, яйца, сою. Все, что мне нужно из белка. А потом на базе этого я уже делаю меню. Вот так вот. Ну, наверное, сильно долго мне погулять не придется, потому что слишком жарко. Вот. Так что я сейчас до магазина. Несколько покупок. Хотела дойти до аптеки, но у нас аптека находится в самой деревне далеко. Посмотрю, может быть, после обеда схожу. И потом домой готовить обед. Хотя сейчас обеды такие. Холодный суп, салат и все. Ой, я вернулась домой. Чуть не погибла смертью храбрым. Я больше пешком в такую жару не пойду. У нас 34 градуса утром. Белье, наверное, у меня с утра уже все высохло. Сейчас я, девочки и мальчики, попью водички своей с лимоном. И потом вам покажу, что я купила. Сходить у нас до аптеки. Я посмотрела на телефоне 4,5 километра. Туда-обратно. Зажгла я 6 тысяч... Сделала 6200 шагов. Вот. Так что сегодня я не выполнила норму, как всегда. Ну и ладно. А в аптеку я ходила вот за этой мицеллярной водой. У меня закончилась моя мицеллярная вода. Я взяла другую от Нюкс с розовыми лепестками. И я не могу ей просто пользоваться. Она мне раздражает все глаза. Уже убеждаюсь, что косметика Нюкс почему-то мне не подходит. И пришлось мне сходить и купить снова вот эту водичку Пореактив о Micellar Ultra. Потому что она просто супер. Это не реклама, еще раз скажу. Я купила ее за свои деньги уже второй раз. La Roche-Posay, хоть она и французская марка, но блогерам, которые во Франции, она ничего не присылает. Вот. И стоит она у нас чуть-чуть в деревне подороже, потому что это маленькая аптека. 15 чем-то евро, кажется. Или 14. Не дали мне фактуру, или я ее забыла. Так что я ее очень всем советую, у кого чувствительные глазки. В начале видео уже был рецепт одного мороженого. И сейчас поделюсь твоим вторым любимым рецептом. Я его сделала, еще не заморозила. Сейчас буду в морозилку ставить, но перед этим вам расскажу. Это мороженое из абрикосов, персиков и сырого какао.
Вкус получается просто обалденный. Вот на эту порцию, я не знаю, сколько здесь миллилитров, наверное, 150. Я вам рассказываю, что я взяла. Я взяла 3 маленьких абрикоса, 2 небольших персика, также 3 чайные ложечки любого натурального йогурта. У меня все машинки стирают, простите. Также немножечко, как у меня, икорс даранджи, это опять забыла, цедры апельсина, совсем чуть-чуть, где-то пол чайной ложечки или даже треть чайной ложечки. И все, в принципе, все перемиксовала. Можно еще добавить пол банана, если хотите больше похоже на мороженое, чем на сорбе. И можно, конечно, добавить подсластителя. Даже кто любит сладенького, нужно подобавить подсластителя и поставить в морозилку до замораживания. И вот этот вкус абрикосов с сырым какао, это что-то невероятное. Так что обязательно попробуйте летом сделать такое ПП-мороженое. У нас так и не спала жара. Сегодня вечером 36 градусов еще на градуснике, а уже почти 8 часов. Я по-быстрому сделала салаты. Мужу сделал у нас вяленый ветчиной. Здесь что у нас? Огурцы, помидоры, вяленая ветчина, немножко туфю и злаковые. А у меня будет туфю из зеленой дыни. Кстати, рецептик очень хороший, вкусный и простой. Кто пробовал салат с дыней? Кто не пробовал, обязательно попробуйте добавить в салат дыню. Только дыня такая длинная, зеленая, я не знаю, как она называется. Получается очень вкусно. Спасибо всем, кто остается с нами на нашем канале Элина Франс. И до новых встреч в Провансе.